Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя легенды. Забежим быстренько с тобой в магазин и откроем колоду. И нам здесь выпадает Джастин. Да, собственно, персоной. Так, задание у нас пока в откате. Блин, у меня нету билетиков, а это плохо. Я хотел сходить на аренку. Но, в принципе, мы можем с тобой сбегать и поиграть теми персонажами, которые у нас сейчас пока доступны. Давай-ка мы с тобой выберем. Выберем мы, наверное, Лерну. Да, я начну, пожалуй, с нее. Ну что, будем брать Леонардо или нет? Знаешь, что я скажу тебе? Наверное, пока не будем, возьмем Змейка Вьюна. Тут максимальный уровень 55, это у нас на кроликах. И я спокойно, наверное, смогу отыграть. Вау, сколько у меня полтинников, ё-моё. Возьмем Лео, Донателло, Кунаичи и Супер Шреддера. И я вот думаю, что вот этой командой мы, в принципе, вполне сможем здесь выиграть. А вот получится у нас или нет, сейчас посмотрим. Так, ну что, эти орлы готовы, да? Начнем, наверное, с массовой атаки. Муху, конечно, надо будет как можно быстрее подбить, потому что иначе она отхилит всю команду. Так, ну тут, смотри, как кролики начинают буянить. Ах вы мелкие проныры. Так, тихо. Да ну хорош, ну серьезно что ли, блин. Ай, все на смарку, друзья мои. Ладно, делаем с тобой Супер Шреддером постепенный отхил на наших ребятулек, да? И теперь, да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, какая у них инициатива, а? Божественная просто-напросто. И я, наверное, сделаю провокацию на Леонардо. Но это, наверное, боком не выйдет. Хотя давай лучше сделаем волну. Чё так слабо-то? Эй, друзья мои, как так может быть? Ну-ка, Рокстеди, давай-ка мы тебя ушатаем, а? Разочек. Блин, замедлили. Вот Донателло можно как раз ставить в стоечку. Я думаю, он довольно крепкий и выстоит. Вторая массовая атака от Змейка Вьюна. Наконец-то Рокстеди упал. Кролики опять буянят. Этот вешает иммунитет. В принципе, нам по барабану на это все дело. Муха плевок делает свой. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем уничтожить этих кроликов. Ага, не получилось. Печалька. Слушай, Донателло потихоньку получает у нас урон. И я боюсь, как бы он не упал с минуты на минуту. Давай-ка мы с тобой Микеланджело. Да ну хорош, ну что происходит-то? Не могу с ними справиться, и все. Так, кувалду в лоб, пожалуйста, брось, Донни. Нет. Это вообще никуда не годится. Ни в какие рамки не входит, ты понимаешь? Я не могу пробить. Вот это уже другой разговор. И муха не падает. Слушай, ну все, муха, тебе крышка. Да, Донни, молодец, красавчик. Ну что, друзья мои, как вы видите, мы с вами здесь одержали победу. Тяжело, конечно, было, но... Зато справедливо, согласись. У нас герой был самый сильный, это Змейка Вьюн. А остальные все даже слабее были, чем противник. Так что я считаю, все у нас справедливо. И, друзья мои, мы переходим с вами в Лигу Сёгунов 3 звезды, 90-я позиция. Слушай, прикинь, если мы сейчас с тобой доберемся до мастера. То есть второй день игры, а мы уже с тобой в мастере 1 звезда будем. Мне бы этого очень сильно хотелось. Так, ну что, смотри, здесь у нас кубки 16-21 и здесь 16-21. То есть выбираем между этими двумя, и я возьму, наверное, здесь М. Не знаю, что это М. Мама мия, а может быть Мазерфакер или еще что-нибудь. Но вот здесь уже будет сложнее, потому что, смотри, у меня полтинчики, да? А здесь, как ты видишь, 59, даже 60 уровень есть. Поэтому, я думаю, будет справедливо, если я возьму в эту команду, с вашего позволения, Армагона. Кстати, не забывайте, что именно Армагона мы прокачиваем по скиллам. Я сегодня уже немножечко прокачал на работе его. Естественно, у меня эта игра есть и на мобильном, как говорится, в мобильнике, да, на телефоне. Поэтому есть возможность там, как говорится, поиграть маленько. Слушай, ну Армагон меня сегодня радует. Очень хорошо получилось. Так, давай-ка Майки, попробуй кого-нибудь тоже подбить, будь добр. Есть, Микеланджело упал. Ну, естественно, Эйприл сразу начинает хилять. Но не забывай, что у нас тоже есть хиллер Эйплер. Эйплер, уже язык заплетается, ребят, не обращайте внимания, потому что я с работы пришел уставший, как собака. Так что меня можно понять. Давай сделаем, попробуем поджог. Не понял, вообще, что ли, никого ничего не сделали? Тогда ракеты.
Ну вот, понизили атаку. Добьем, наверное, с тобой Донателло. Да что ж ты будешь делать-то? Так, Эйприл, успокойся, пожалуйста, со своей телепатией тут она занимается. Нет, мне все-таки нужно добить Донателло. Да, Лео вообще слабак. Ну ты посмотри, он не может его ничем вообще даже взять. Давай тогда Эйприл на Эйприл. Та же самая ерунда. Ой-ой-ой-ой, друзья мои. Надо срочно уничтожать Эйприл. Теперь попробуем уничтожить. Фигня какая-то получается. Ну, валуном-то хоть получится у нас? Трындец. Ну, укуси. Вот. Давай, наверное, мы сделаем с тобой баф. Нет-нет-нет-нет. Ну, как так-то Эйприл потерял? Ну, ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Я, если честно, все-таки рассчитывал, что моя команда хоть какой-то будет наносить урон, а они просто все промахивались, мазали, как-то не добивали. В общем, из-за этого мы с тобой потеряли Эйприл, соответственно, получая меньше кубков, и мы с тобой на 77-й позиции. Меня это очень сильно расстраивает. Так, выбор у нас с вами очевиден, будем брать Олега. Он будет слабее, а кубков у нас у всех одинаково. И здесь, как мы видим, опять 60 уровней. Но на этот раз я возьму супер элитного бойца. И это будет у нас... Хочется, конечно, Лео взять или Усаги, но я возьму, наверное, Донателло. Мне кажется, что все-таки он своими сюрикенами здесь сделает очень-очень большой урон. Ну, Кирби точно упадет. Так, тихо. Да ну, начинается массовая атака... Опачки, друзья мои. Тихо, тихо, да что? Ай. Друзья мои, я фейлюсь только лишь из-за инициативы. Представляешь? У меня было два хила, морзиная кошка плюс шреддер. Должен был выиграть по любым канонам. Даже Микеланджело у меня тоже хилит. Правда, не очень хорошо, но он все-таки мог бы. Но я не успел, так как они начали ходить первыми. Естественно, навтыкали. У них тут Кирби начинает хилять. Ой-ой-ой-ой, как у нас тут все плачевно получается, а? Надо было, наверное, ребятушки ложиться спать, а не садиться за игру. Ну, понимаешь, я хотел как лучше. Ну вот-вот, смотри, что они делают. Просто разбирает мою команду. Даже если я поставлю защиту, даже если я сделаю массовую атаку, это ничего нам не решит. Я боюсь, как будет сплинтер. А он делает ход. Майки, выручай, пожалуйста. Ну, хоть сколько-нибудь отхили, а? Он и отхилил. Не очень много. Ну что, дочь. Ушат. На. Все, ребята. Еще больше я расстроился. И, да. Все-таки. Ну, трындец. Это, ребята, фиаско полное. У меня остался шреддер. Ну, его, естественно, сейчас забомбят. Как пить дать. Все, и остается один Донателло. Вот это я сыграл, да, ребята? Вот это я сыграл, называется, на врага. Хуже некуда. Ну, конечно же, они Донателло не смогут пробить, поверь мне. Донни их всех ушатает, но ты сам понимаешь, что у нас с тобой кубков вообще не будет. Сплинтер, конечно, здесь бафает всех. Это их не спасет, даже эти суперудары ничего им тут не дадут. Меткость понизил. Еще и суператаку делает. Господи, куда я подвязался, а? Зачем я так сделал? Надо было просто брать двух сильных персонажей и трех слабых. Вот тогда бы была бы победа за нами. Ну, я никак не ожидал, что у них, конечно, тут будет такая лютая инициатива, что они просто ходят и ходят, а я все стою в уголке и стою. Да, победа за нами, конечно, но такая печальная, что плакать хочется, если честно. Не ожидал, простоволосился по полной программе. И куда же мы с тобой перейдем? Всего на две ступеньки перепрыгнули. Ой, стыдоба. Да, такого давно я не получал, ребята. Ну что же, тогда берем с тобой Женьку. Нам надо как-то наверстывать упущенные. И на этот раз я возьму Усаги. Возьму Усаги. Тут 64-65 уровень. Я, друзья мои, опять же иду ва-банк. Но на этот раз я возьму Ваньку. Ваньку Стиранко, потому что, ну, ты понимаешь, сейчас будет Усаги ходить в любом случае, чего бы они тут ни делали. Хиллер у нас, точнее, у врага это Бибоп, да? В костюме кролика.
Так, минус один. Это Мунда Гека упал. Соответственно, у них ускорения на баф не будет. Они начинают бить Усаги, но это, конечно... Во-во-во-во, что-то там, ускорение, да? Так, у них еще один упал. Ну что же, мы с тобой, наверное, добиваем. Ой, вместо удара я сделал дебаф. Ну ладно, тоже ничего, ребята, массовую атаку выпускаем. Я думаю, что сейчас двое здесь еще упадут. Че? Вообще никто не упал, ты прикинь? Вот, Ванюшка хотя бы, как говорится, не простоволосился и все-таки всех подбил. Даже у меня нет слов, ребят. Просто нет слов. Ну-ка, и куда мы с тобой переместимся? Слушай, все-таки мы с тобой возьмем сегодня мастер одну звезду. Это я тебе гарантирую. Но если бы я не фейлился бы так жестоко в самом начале, мы бы, наверное, бы в мастере были бы, да еще и почетное место бы заняли. Вот что я тебе скажу. Я, как понимаю, здесь будет победа за нами. У нас все-таки здесь Зек, есть Рокзар. Естественно, бросаем бомбочку, пускай они все замедлятся. Ага, все, конечно. Провокацию берем. Так, у них хиллер кто? А у них нет хила, поэтому можно вешать спокойно дебаф на них. И уже здесь, вот с этой точки, начинать их потихонечку разбирать. Минус Крис. Так, Донателло. А-а-а, Донателло снимает наши дебафы. Ах ты жулик. А этот вешает, естественно, иммунитет. Ну, я думаю, что это им никак не поможет. Давай-ка, Рафаэльчик. Неплохо. Для 51 уровня ты звезданул. Так, а этот вешает защиту. Вот теперь немного будет сложнее, ребята. О-о-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там по спину урон у кого-то висит. Ну, надо убрать Ваньку. Если Ванек просто применит пулеметную дробь, еще больше у нас героев может упасть. Так, наверное, не пробьет, я надеюсь. Не пробил, но вот я боюсь за Рафаэля. Там постепенно урон висит. Не знаю, сколько там процентовки. Ну-ка, Хан, добьешь? Не вышло, ребята. Я просто боюсь, как бы сейчас у Рокзара не кончилась провокация. А она секунду на секунду может закончиться. И тогда будет плохо нам будет, вот что я тебе хочу сказать. Ну-ка, Роквелл, конечно, силен. А если вот так вот, смерть с небес? Есть. И остается Микеланджело. Вот как бы нам его наказать? Ой-ой-ой-ой-ой, Хан, я вижу, тебе очень плохо, но ты держись, парень, промахиваешься, а так если сделаем, неплохо, добьешь? Да, ребят, опять же у нас все здесь выжили, но Хана могли убить буквально в любую секунду, так же, как и нашего Рафаэля. Так, мы с тобой должны где-то 40-е место занять. Ох ты, даже 36-е. Вот это уже радует, ребята, сразу настроение начинает подниматься, да, сразу у меня... позитивчик такой. И, в общем, есть желание дальше играть. Ну что же, давай тогда мы с тобой еще, наверное, отыграем. Я, конечно, очень сильно рискую брав вот этих вот героев. Они... Что такое? Стиранка рвется в бой. Не надо никакой стиранки. Дайте мне лучше, знаете кого? Железную голову. Я думаю, достаточно будет одного удара ракетами, да? Да плюс еще Бакстер Стокман. Главное, чтобы, ну, как всегда, иммунитет. Вот это плохо. Иммунитет, я не смогу повесить на них постепенно урон. Тогда выпустим с тобой просто кроликов. Опачки. Так, Маузер. И, конечно же, Железная Голова всех добивает. Ну, тут стопроцентная была победа. Я вообще-то немножко испугался, что опять они перебьют меня по скорости, по инициативе. Но, как ты видишь, все у нас удачно получилось. И давай мне 25-е место. Ох ты, 18-е даже. Слушай, мы что-то с тобой бустанули сейчас очень круто. Игра как бы делает мне такой жест доброй воли, что типа, Рэй, вот тебе награда за твои проигрыши. И спасибо ей, конечно, за это. Тут максимальный уровень 62. Я возьму, наверное, караечку сюда и... Так, караечку. И придется, наверное, мне взять все-таки Рафаэльчика сюда. Несмотря на то, что у меня есть Микеланджело со своим уклонением. Но я не хочу рисковать. Мы уже с тобой горе хапнули. Хватит. Пора, как говорится, играть честно и справедливо. И главное, что без всяких тут косяков. Опа, опачки. Ты смотри, что он делал. На равных, ребята, мы сейчас. Но преимущество в том, что у меня есть Рафаэль, который в стоечку встает, да. И теперь он будет раздавать люлей. Даже ихняя провокация здесь не спасет. Ну вот этот вот, конечно, жук еще тот, ребята, да? Когда он вешает
Щит. Так, тихо. Рафаэль, ну-ка, врежь ему. Молодец. Так, и Донателлу тоже, конечно же, достанется. Все, они, ребята, практически готовы все упасть. И мы их будем потихонечку разбирать. Так, минус Дони. А давай-ка вот так сделаем, газовую атаку. Вообще мимо. Ни по кому не попали. Рукол, ты меня бесишь. Карайков, твою ж налево, ты прикинь, он отхиливает еще команду. Ну что же, нам придется тогда все равно бомбить их постепенно. Оу, даже сразу ушатали. Я не буду пока тратить хилку. Ну, просто незачем. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Раф, ну-ка. Отлично, по красоте. Ну-ка, давай бусидо сделаем ему. Промахнулся? Массовая атака. А вот теперь пора, ребята, хиляться, потому что... Ну, вы видите, сколько здоровья у Джастина. Рафаэль, конечно, еще стоит в стоечке, слава богу, но это ненадолго. Давай-ка мы, наверное, добьем с тобой Рафаэля. Так, хильнемся, обязательно хильнемся. Все четко. Теперь попробуем пустить слюни. Я это так называю. И смертельный поцелуй. Шикарно, мы понизили ему атаку. Так что можно чувствовать себя на расслабоне. А добить сможем? Нет. Сплинтер слабоват. Майки что делает? По кому он хочет ударить? Ага, по сплинтеру. Ясно, сплинтер выживает. И мы с вами разбираем этих олухов. Только шорох. Ну что, друзья мои, я боюсь, что мы даже с тобой можем сейчас перелететь. Ха-ха, видишь, что происходит? Мы с тобой в мастере одна звезда. И у нас еще, наверное, где-то боя 2 будет, да? То есть мы немножко здесь закрепимся. Только надо будет выбрать, наверное, нам Хауфа. Возьмем его. И 2 боя я, наверное, конечно, погорячился. Хотя почему? Слушай, вполне может, да, получиться. Но это при том условии, если Леонардо кританет. Если же он не добьет, а он наверняка не добьет хоть кого-нибудь, то нам здесь будет очень больно. Упс. Ребята, это проблема. Это проблема. Блин, горелый, ну что же такое-то происходит, а, ребят? Видишь, если бы хотя бы один кто-нибудь из них сходил бы, или хотя бы вот Рокстеди, да? Блин, ну потерял бойца. Ну, ребят, ладно, фиксим. Тут, ну, ничего я не мог сделать другого. Надо было все-таки отыграть. Я как мог, так сделал. Все равно мы немножко с тобой выше поднимемся. Это было, конечно, немножко предсказуемо, что Леонардо в одно лицо всех завалить здесь не сможет. Но я все-таки рискнул. 85-я позиция, и, по-моему, у нас еще там есть герой, да, на один бой. Ну-ка посмотрим, или нету. Есть, раз, два, три, четыре, пять. Так, подожди, давай-ка мы вместо... Блин, вместо кого? Вместо Тимати возьмем Тигра. Хотя надо было вместо Паукуса, наверное, брать. Хотя, подожди, ребята, они... Паукус, Тигр... Все у нас с массовыми атаками, кроме Криса Брэдфорда. Так, они повесили иммунитет, да? То есть, Тигр у меня... Да что ж ты будешь делать? Ну ты посмотри, что они делают. Ребят, мне придется делать так. Я знаю, что на них не повешу антидебафы эти, да? Но будем потихонечку их вот так вот хотя бы уничтожать. Хила у меня в этой команде нету. Так, Пита надо вырубать обязательно. Иначе он хильнет команду. Так, снимает. Ну, ребят, мы с вами теряем одного бойца. 100% тебе говорю. Это было, как говорится, уже и так ясно. Ну, а дальше, я думаю, что у них шансов уже нету. Мы их сейчас разберем. Ну-ка, посмотрим. Ушатали Леонардо. Плевок. Нет, Рок, кстати, еще живет. Их просто спас, на самом деле, здесь иммунитет. Иммунитет к нашим дебафам. Если бы его не было бы, они бы постепенно-постепенно бы рухнули. Потому что когда Тигр делал свой первый выстрел, он бы им понизил защиту. А дальше бы уже, как говорится, все по накатанной шло. Паукус бы плевком снес большую часть здоровья. Там бы у них и броня понизилась бы, еще что-нибудь. В общем, смогли бы мы их победить на изи. Но вот именно иммунитет им помог. Ну давай посмотрим, куда мы с тобой приземлимся.
75-е место мне за глаза. Вот, 73-е, отлично. Я считаю, неплохо, ребята, для второго дня. Ну, видосик уже выйдет, конечно, в среду, да? Я еще немножечко побомблю. В общем, все будет у нас хорошо. Мы с тобой получим, наверное... Ну, не буду, конечно, наперед забегать. Я постараюсь набить на 3 звезды Лигу мастеров. Дай бог, у нас получится. Ну что, а мы с вами идем куда? А мы идем с вами в бой. И у нас испытание. Ребята, я не могу понять, почему у меня нету 4-го испытания. У вас так же или это только у меня? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Что за дичь такая тут происходит? Где я? Где я вот здесь вот у нас? Ну что, мы с вами прошли силы природы, да? Полностью все. И у нас с вами сцены насилия. Так, если я не ошибаюсь, здесь будет тот самый плешивый маузер, да? Который портит мне всю игру. Потому что на определенном моменте игра начинает крышиться и вылетает на рабочий стол у меня, по крайней мере. Это бывает редко, но раздражает. Так, маузера тоже этого... А, чё я парюсь? Тут же, ребят, 10 уровень, поэтому автобой, естественно. Всех их разберем сейчас буквально быстренько. Ага. У них отложенная смерть у этих кланфутовцев иногда срабатывает. Видно, какой-то шанс, да, по срабатыванию. Так, переходим с тобой на третью волну. Этих архаровцев сейчас разбомбим. Ребят, завтра у меня будет крайняя смена, а послезавтра будет выходной. Так что на выходном, как обычно, мы с вами будем снимать уже видосики по полной программе. То есть не один видосик будет выходить, а где-нибудь 2, 3, 4. И также, конечно, надо что-то на втором канале выкладывать. Недавно тут испортил себе серию «Один из нас два». 2 часа проходил. Забыл выключить запись, выключил компьютер, короче, и файл у меня почему-то побился. И восстановить я его не смог. Обидно было до слез, поэтому мне придется теперь перепроходить опять все заново. Ну, не с самого начала игры, а я имею в виду с этого, с театра. Мы, по-моему, на театре с вами закончили, да? Ну, я тебе скажу, там лайтовая серия. Ну, не буду, как говорится, рассказывать, что там будет происходить, но мне понравилось. Так, ладно, ребят, переключаемся обратно на игру, на нашу. Пока мы тут разбираем всех с полточка. Это последняя волна у нас? Да, последняя волна. Мы с вами получаем, естественно, наградушки и двигаться будем дальше. А дальше у нас... Кто там? Покажи-ка мне. Тут Донателло. Ага, дальше у нас Рафаэль и Микеланджело. Не знаю, ребят, посмотрим еще, как у нас там по времени пойдет. Может быть, допройдем с вами смятение из другого измерения. Я специально сегодня немножечко поиграл. Дошел, докуда у меня хватило пиццы. И там осталось, по-моему, еще пройти уровней 6 или 7. И мы с тобой опять будем открывать сундуки и, конечно же, пак. Но все зависит от того, как у нас здесь пойдет. Если быстренько пройдем, то, конечно же, заглянем туда. Потому что времени у меня как бы в обрез. Надо ложиться отдыхать. Завтра рано с утра на работу. В 4 утра я встаю, ребята. А в 7 я уже на работе. То есть, вот такие вот дела. Ну что, отлично. Здесь у нас очередная победа. Даже я не сомневался в этом, не игромульки, потому что у нас имбовая все-таки команда. Так, ну и что, Микеланджело, да? Это все персонажи, которые в данный момент меня нисколько не интересуют. Ну ты понимаешь почему? Потому что эта команда прокачана вся в платину. Так что особого интереса она меня не проявляет. А вот оригиналы как раз то, что мне нужно. Оригиналы это, да... Они у меня отстают. Но самые в данный момент, по-моему, отстающие — это классические, да, черепашки и черепашки космос. Вот именно двое этих. Даже, по-моему, ролевики и видения не настолько отстают, как вот классика. Так, ну что, ты посмотри, у них у каждого отложенная смерть, а, срабатывает. У каждого. Ну, конечно, их тут не спасет это все дело, но раздражает, прям вот сил нету. И, по-моему, здесь у нас будет с вами первый босс. Я, конечно, могу ошибаться. Ну, босс, я имею в виду маузер, да, этот гигантский. Так, он промахнулся. Они еще и броню на себя кастуют. Посмотри, а. Ну да, олухи.
Ну, 45 уровень, конечно, нам здесь ничего сделать не сможет. Хотел, конечно, еще поиграть сегодня Dan the Man. Как говорится, повеселиться маленько, но, видимо, по времени не успею. Но, ребята, там также у нас, по крайней мере, у меня уже выйдет к этому моменту растение против зомби 2. Да. Ну что же, здесь победили и переходим с тобой на оригиналов. Первый будет Микеланджело, потом Рафаэли. Я эти испытания должен пройти, как обычно, все, чтобы получить полностью всех этих ДНК персонажей. Так, здесь, я думаю, тоже можно включить автобой. Уровень, как ты понимаешь, 50. Единственное, что надо будет бомбить босса. Босс первый, который у нас глючит, это на Донателло, когда мы с тобой выйдем. Или подожди, или Донателло это у нас последний здесь. Я не помню, кто здесь, Леонардо или Донателло последний в этом списке, в этом испытании. Это не беда, мы с тобой можем посмотреть. Короче, предпоследний бой у нас глючный. Поэтому там надо будет, естественно, босса валить в ручном режиме с самыми последними ударами. Я имею в виду именно массовыми атаками, да. Делать на него дебафы, чтобы он не смог второй раз запустить волну. Именно во время волны у меня игра и вылетает. Также сегодня на работе, ребята, полазил в плеймаркете, да, и нашел парочку занятных игр. Поэтому на канале, наверное, скоро будут еще обзор новых игр. Как говорится, посмотрим, зайдут, не зайдут. Там, по-моему, 2 или 3 ТДшечки у нас. Одна картежная игра, ну, она старая, правда, но посмотрим, короче, ребят. И также не забывайте писать в комментариях ваши пожелания по играм, какие бы вы хотели увидеть. Только вот не надо писать про Бравл Старс, вот такие вот уже забитые, заезженные игры. Что-нибудь такое новенькое из 2020 года. Вот это было бы прикольно. Потому что я все равно не успеваю, как говорится, за всем этим просматривать, за всем этим делом следить. Плюс еще не забывай, что скоро выходит интересная игра на PS4, да? Там какой-то призрак Мисуги или что-то такое. Не помню, ребят, точное название. Но у меня уже на нее предзаказик висит. Будем тоже проходить. Правда, меня немножко это будет напрягать, если честно. Сам понимаешь, да, за двумя каналами следить очень тяжело. Там, тем более, у нас очень много игр. Все игры очень интересны для меня, по крайней мере. Там, ты понимаешь, да, мы сейчас проходим с тобой продолжение DLC Армия Зомби 4. Мне ее нужно обязательно пройти. Плюс еще не забывай Sunset Overdrive. Тоже нужно пройти. Там уже, я уже чувствую, что финальчик рядышком. Тут надо будет еще взяться за Gears Tactic, да? Там пройти осталось тоже не очень много. Один эпизод всего лишь остался. Так что будем тоже бомбить. И тут еще вот этот вот призрак Мицури, или как он там, я уже не помню. И Йоза. И плюс у меня еще Одни из нас, вторая часть висит. Там, если посчитать, да, где-то сутки полного прохождения, а я наиграл всего лишь сколько там, часов 5 или 6, ну то есть делай выводы. Если бы я был в отпуске, конечно, я бы все это намного быстрее проходил бы. Хотя на самом деле я не очень-то люблю спешить. Знаешь, как некоторые, вышла игра, и они сразу бегут вперед и начинают там либо стримить, либо играть по 5-6 часов. Не, ребят, я так не могу, потому что у меня помимо игр есть еще другие дела. И работа, и бытовые всякие вещи. Так что я просто играю в свободное для себя время. Это как бы не мой основной заработок, это мое хобби, я еще раз говорю, ребят. Канал — это мое хобби. То есть я на нем как бы не зацикливаюсь вот до пупения. Мне нравится, я снимаю. Потому что вообще, как у меня все это пошло дело, ребят. Уже я вам объяснял еще давным-давно, да. Я просто очень люблю играть в игры. Из-за чего, в принципе, и стал выкладывать их на канал. И канал-то, в принципе, создал для того, чтобы, ну, если я играю, почему бы не показывать это другим людям, да? Может быть, кому-то нравится. Может быть, кому-то интересна какая-то игра. Именно в ту, в которую я играю. Вот и все, друзья мои. А помимо этого, да, конечно, у меня есть основная моя работа, основные мои дела и так далее и тому подобное. Ну, вы уже мне как родные, так что я уж вас никак не могу бросить, ребят. Как говорится, с вами
проходим, играем и, надеюсь, так еще очень долго продлится. Ну что же, мы с тобой близимся, кстати, к развязочке, да? У нас вот здесь будет тот самый босс Маузер, которого нужно будет шварпнуть очень-очень быстро. Поэтому мы здесь с тобой играем в ручном режиме. Я, естественно, здесь буду беречь все свои суперудары, чтобы как можно быстрее и четче его загасить, чтобы он там не выделывался. Сейчас мы с тобой разберемся с этими маузерами, потому что они очень меня нервируют. Вот начинается у них вот этот крик души. Давай-ка вот так вот бомбанем. Окей. Сюда. Давай теперь здесь. И вот этого вот чудика. Ага, ты понял, да, что у него? Опять была отложенная смерть. Ну вот, у нас третья волна, это предпоследняя. Сейчас мы с этими разберемся, с оригиналами. И там, конечно же, нас уже будет поджидать Маузер. Я думаю, сейчас можно, кстати, включить уклоняшку. Вот таким образом. И поехали. Минус. Это у нас Майки упал. Вот это плохо. А Леонардо взял провокацию. Ведь не попадешь ведь. Я же говорил, не попадет. Опа, опа, опачки. Ничего себе ты. Совсем прибурел, парень. А давай-ка мы с тобой еще сделаем дополнительную защиту. И будем уже... Ага. Вот теперь пробей его. Ну нет, пробиваем потихоньку. Давай-ка так. Как же мне не хватает здесь бафа от Усаги, да? Который нам может рандомно повесить две атаки. Это было бы, конечно, имба. Ну что такое-то, ну... Давай, добей ты его. Ага, у него тоже была отложенная смерть. Все, мы его шваркнули. Теперь будем уничтожать Донни. Ну и напоследок уже Рафаэль, что он там свой? Супер прыжок. Ага, ничего у него хорошего тут не получилось. Давай-ка мы его... Опачки. И добьет, надеюсь, Донни. Да, красиво. Ребят, вот он этот Маузер. Фух, ну что, с Богом, как говорится. Давай попробуем как можно быстрее с ним разобраться. Фигня какая-то. Так, попробуем через апперкот. Постепенку повесили. Это уже хорошо. Так, теперь еще одна суператака. Пол хп. Ну, Лео, не подведи. Ай-яй-яй, отлично, ребята, все. Постепенный урон его прибил. Ну, а дальше уже можно, как говорится, расслабиться, потому что там у нас будет Леонардо, да, все-таки в конце? Да, Леонардо, и здесь Маузер, к счастью для нас, не глючит, не вылетает. И можно уже спокойненько проходить. Можно применять все массовые атаки. Единственное, что, конечно, последний босс здесь, да, он сам по себе жесткий. Так, Лео, давай-ка мы с тобой, наверное, вертушку сейчас здесь сделаем, потому что, ну, что-то вообще эти маузеры тут оборзели в корень. Ой, нет, вертушку мы сейчас с тобой не будем делать. Не-не-не, ни в коем случае. Нам нужно снимать с них, ну, ты сам видишь, у них броня. И поэтому нужно от нее избавляться. Окей, давай теперь вот этому снимем броню. Да что ж такое-то? Так, и вот здесь. Блин, у него двойная броня, ты понимаешь? Я не могу его пробить. Слушай, а он случайно... Ага, теперь он... Короче, каждый маузер что-то определенное кастует. Так, подожди, я что-то не досмотрел. Смотри, у нас Донателло, ребята, уже... покоребанный. Давай-ка мы его подлечим маленечко. Вот так вот. И будем уже давить, как говорится, этих поросенков. Надо было вообще-то сделать массовую атаку, на самом деле. Вот здесь вот. Давай я этого уха добью. Чем меньше маузеров, тем больше кислорода для нас. Чтоб тебя, а? Вот этот тоже, а? Делает. Смотри, опять мне придется броню с них снимать. Вот плешивые. Слушай, надо было мне, наверное... Давай вот так вот сделаем с тобой. Собьем? Не знаю. А так если... Окей, минус двоечка сразу, да? Этого ушатали и этого... Так, переходим с тобой на вторую волну. Да, я с первой волной так долго провозился. Какой-то нонсенс прям. Уклоняшку я приберегу. Единственное, что мне нужно срочно хильнуться. А хилять у нас только Леонардо может. Ну, пока мы дойдем до последнего босса, у нас с тобой произойдут откатики, да? И все скиллы восстановятся. Ага, не вышло его добить.
Они, походу, здесь все с постепенным... Ой, с этой... С отложенной смертью. Нет, уклоняшка нам пригодится. Так, этот у нас еще и в провокации стоит. Ну вот, об этом я тебе говорил. Видишь, они все стоят с отложенной смертью. Ну, Маузер, конечно, нет. Они не могут себе этого позволить. Но они могут зато кастовать. Да успокойся ты уже. Провокацию, да, взял? Ах ты, гаденыш такой. Ну, ладно. Так, Маузер опять пыхтит. Получил свое. Добьем? Не-а, не вышло. Отлично. Так, ну, остается тут мелочи жизни. Встал в провокацию. А, нет, у него месть. Ну что, третья волна. Здесь уже, конечно же, будут оригиналы. И нам нужно с тобой применять здесь, конечно же, массовые атаки. Чтобы быстрее с ними разобраться. Но что-то как-то не получается. Сейчас Леонардо, как всегда, встанет в стойку. Мне кажется, больше всего именно так он поступит. И мы замучимся его здесь пробивать, потому что он 85 уровня. Ты понимаешь, да? 85 уровень. Прокачка скиллов по полной программе. И... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И он так и делает. Да, ребят, сейчас будем мазать мы с вами. Твою ж налево. Бомбочка пробьет, интересно? Не-а. А так? Вообще пофиг ему, понимаешь? А так, если... Ага, все, упал. По кому? По кому он это туда? Донни? Опс. Ребят, хиляемся. Потому что Донателло можно потерять. Да отвяжись ты, ё-моё! Еще хиляемся. Так, надо, наверное, нам все-таки брать провокацию. Ну его нафиг, а? Так, этого олуха я попробую сейчас... Давай подожгем. Вот. Другое дело. Так, он отдуплился от постепенного урона. Так, и у нас тут Микеланджело. Но он, в принципе, на изи идет. Сейчас мы его, ребята, шваркнем. А дальше Маузер. А я все свои суперудары потратил уже, да, получается? Ну... Поехали. Так, проникающий. Вау, пол хп сразу снес. Теперь апперкотик. Че, промазал что ли? Раф, как-то... Как так-то? Даже уклоняшку не буду здесь ставить. Вот, бомбанем массовой атакой. Почему мимо-то? Ну-ка, Донни. Мажет и все. Ну... Вот, вот, ребята. Наконец-то мы с тобой этого Маузера пришибли. Это классно, это классно. Мы прошли с тобой полностью все это испытание. А кого мы можем вообще здесь фармить? По-моему, оригиналов, да? Да, ребят, мы можем оригиналов. Но в данный момент я не буду. У меня очень мало телепортов. Будем, наверное, копить. Я, конечно, могу за 250 бакинских взять. А сколько там стоит-то у нас? Ага, чтобы соточку взять, нужно 500 бакинских. А за 150 я только 30 возьму. Не, ребят, это невыгодно. Хорошо, у нас с тобой еще есть одно задание, да? Это смятение из другого измерения. И у нас, ребят, смотрите, оригиналы. Ну, раз, два, три. 5 уровней. Ну что, поехали, я думаю, да? Я думаю, что пора проучить этих маленьких черепашек. Оригиналы, как-никак. Я вот, честно говоря, не помню, у меня по скиллам-то как, все в откатах или нет? Так, ну, слава богу, уклонение есть. Это уже 50% к победе. Ага. Так, давай Лео попробуем с тобой. Вот, заблокировали, чтобы он не вставал здесь в провокацию. Чтобы он не смог этого сделать. Нет, нет, Майки, ты опоздался со своим иммунитетом, он тебе здесь уже не понадобится. Так, Донателло, опять же, они начинают свои вот эти вот удары, прыжки делать. Они промахиваются, и это хорошо. Так, давай. Видишь, вот обожаю, когда есть двойной удар. Мало-помалу, но мы их с тобой разбираем. Чпок. Так, Рафаэльчик теперь. У Лео двойная атака, он сейчас нанесет очень солидный урон. Смотри, почти ушатал. Так, Микеланджело опять свои прыгунки включает здесь.
Тихо, тихо, тихо. Донни не надо мне разбирать. Донни мне нужен. Так, его надо хильнуть, если честно. Или, по крайней мере, защиту поставить. Ну-ка, давай, Усаги, второй удар. Не вырубил. Хиляемся. По барабану, ребят, что это последний боец, надо хиляться. Нам надо спасать нашего Донателло. Опа, он еще и бомбочку бросает. И падает. Ну что, друзья мои, очень даже красиво получилось у нас с вами. Мы ушатали их, и остается всего лишь сколько там? 4 боя, да? 4 боя, и, как говорится, награда у нас будет в кармане. Раз, два, три, четыре, пять. Видишь, Бакстер Стокман, да, ребята, он у меня отхватил. Пока я там начинал первые эпизоды эти проходить, отхватил по полной программе, поэтому я его уже не рискую, как говорится, брать в бой. И вместо него взял Донателло, и вроде бы неплохо у меня получается. Так, консервная банка тут выеживается. Единственное, что надо следить за Донателло, потому что он самый-самый слабый у нас из всей вот этой вот командочки. Поэтому большой риск, что его могут завалить. Он как самый этот, как самый младший у нас тут получается. Хотя на самом деле самый младший, но если по истории, это у нас Микеланджело. Ну что ты будешь делать? Опять пол хп отняли, а? И это как раз перед финальными вот этими вот чудиками. А здесь, извини меня, Бибоп, Рокстеди. Блин, эти ребята шутить-то не станут. У них довольно солидные. Так, берем провокацию с тобой. У них довольно солидные здесь удары. Особенно вот эти вот массовые, критические, так скажем. Давай, Рокстеди, пожалуйста, падай. Ага. Так, теперь Бибоп идет на втором месте у нас посл... А, тут еще... Нифига, у них тут командочка собралась. Я только сейчас... Я почему-то думал, что это клан Футовиз. Ну, краем глаза смотрю, думаю, клан Футовиз здесь стоит. Ага. А это Бибопчик у нас тут. Ё-моё. Собственно, персона. Давай-ка мы его, наверное, тоже попробуем сейчас шваркнуть. Отлично. Так, Рафаэль, как говорится, стоит. Даже усом не поведет. Так, ну, Бибоп вот этот отдуплится от постепенного урона. Если нам... Ой, ой-ой-ой. Да, ребят, да что ж происходит-то такое? Блин, ну как вот мне быть? Мне нужно обязательно хильнуться здесь. Обязательно. Есть. Потому что если бы мы пошли с тобой на следующий бой у Донателло, ну, ты сам понимаешь, было бы очень мало здоровья. И, конечно же, враг бы стал его атаковать и вырубил бы его. Очень-очень опасно. Вот я думаю, может быть, его поменять на железную голову Донни. Дурацкая, да, затея? Я тоже думаю, дурацкая. Будем играть именно с ним. Хоть и рискованно. Особенно здесь. Сейчас тут у нас и Змейковьюн, и кто там у нас, и Острозуб. Нет, не Острозуб. Там, по-моему, Саблезуб был. Давай уклоняшку врубим с тобой, чтобы уже, как говорится, быть намного спокойнее. И поехали. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, почему ты у Усаги не используешь вторую атаку? Элементарно могу, ребята, это объяснить. Во-первых, вторая атака, которая у него там, я не знаю, там удар самурая, или как ее там назвать-то. Ну, чтобы тебе было понятно. Он очень редко им критует. Очень редко. И мне кажется, что обычная атака, которая дает тебе возможность заблокировать ему спецвозможности, куда выгоднее. Ну смотри, вот это вот, да? Усаги сокрушает врага с помощью обратного кисигири. Вероятность 35% блокирует способности на один ход. А здесь вероятность 75%. А, месть. Месть он будет вешать. Вот, но все-таки я считаю, что заблокировать способности — это все-таки выгоднее, чем месть. Вот так вот. Ушатали. Короче, вторая волна у нас. Вот тут вот надо, ребят, нам Рокзарчика бомбить. Так, опять этот Маузер плешивый, а? Ну как ты меня выводишь из себя? Слушай, нам бы здесь, конечно, провокация не помешала, потому что у Донателло... Хо-хо-хо! Этот еще и в броне! Так, это все маузеры, друзья мои, сделали. Повесили броню на них. Что бы нам сделать? Блин, горел я, ну... Ай, не знаю. Нет, давай все-таки мы с тобой сделаем баф. Ну его нафиг. Не хочу рисковать. Не хочу здесь никого терять. А почему-то главное здесь повесилось, да? Защита, контратака. А у Донателло вообще только просто защита. Давай тогда хиляться. Хиляемся с тобой, и сейчас будет массово... Нет, будет одиночный удар, но довольно сильный. Охо! Вот чё-чё, вот этого я не ожидал. Посмотри, сколько он снял здоровья.
Рафаэлю, одному из сильных бойцов, которого у меня здесь в игре. Ты вообще, парень, смотри, припух. Да, Шреддер это, конечно, какая-то супер, блин, пупер имба. Ну-ка, попробуем заблокировать. Ага. Отлично, получилось. Так, Шреддера бы, конечно, надо тоже, ребят, вначале броню с него снять. Ну-ка, да ё-моё, блин, не переключил, ладно, фиг с ним. Рафаэль, давай-ка. Вот опять у него броня. Ага, вот, сняли. Добить, вот, надо вот его заблокировать, ребят, ну, есть. Ну, теперь я уже, как говорится, спокоен. На целый ход мы ему заблокировали спецспособности, да, и он ничего не сможет сделать обычными ударами. Они очень слабые, так что нам теперь нужно... Хотел сказать, нам теперь нужно хильнуть Рафаэля. И мы уже с тобой вырубили этого плешивого маузера. Ладно, фиг с ним. Сколько у нас еще? По-моему, два последних боя, да? Ну да. Ну что ж, будем надеяться, что Рафаэльчик наш не упадет. Я на это сильно надеюсь. Главное, чтобы у нас сразу выпала хилочка, и мы могли залечить нашу команду. Тем более тут Зэк. А Зэк, у него инициатива-то будет здоров. Он сейчас может первым сходить и вырубить мне просто-напросто моего Рафаэля. Ой-ой-ой, что-то будет. Ай, смотри, ребята, очень-очень рискованно было. Если бы не было бы дополнительной защиты, которая на нем висела, вот этого, да, они бы вырубили его, поверь мне. Так, давай мы... Да что ты будешь делать-то, а? Ходит и ходит. Ну-ка. Так, и второй удар. Да, мы его добили. Ну что ж, переходим с тобой. Крип. Давай-ка... Блин, да почему же я нажал на крипа? Почему я не выбрал его? Его надо ушатать, потому что он берет провокацию и замедляет моих бойцов. Что-то как-то фигово, Донателло, у тебя получилось здесь. Минус маузер. Ну-ка, заблокировать ему получится. А, у него уже иммунитет висит, ребят. Не получится, конечно. Так, теперь у нас мутагеноид идет под разбор. Ну и мелкий маузер. Ну, ребят, здесь победа за нами, и мы с тобой переходим на последний бой. Это у нас бой с Крэнгом, да, который любитель потирать лапки свои. Но мне нравится с ним драться. Серьезно тебе говорю, мне нравится. Вот жалко, что не дают гарантированно тебе ДНК, да. Вот если бы 100% тебе давали бы ДНК за прохождение, было бы куда, как тебе сказать... Несподручнее, как бы тебе сказать, это заинтересованнее, да, что ли, проходить его каждый раз. Потому что ты знал бы, что у тебя выпадает ДНК на Шреддера. Ой, на Шреддера, на Крэнга. Вот. Так, ладно, ребят, что-то нифига, что он пробивает меня. Несмотря на то, что у меня уклонение, они меня пробивают. Так, делаем с тобой баф. Специально уже, как говорится, подготавливаемся ко встрече с Крэнгом. И, наверное... Нет, будем бомбить. Хильнемся уже, как говорится, ближе к последнему врагу. А останется, наверное, у нас последним. Это кто? Вот этот вот клан Футовец, да? Так, что там, Ванюша? Опа. По-моему, уже пора хиляться, ребят. 100% тебе говорю, надо хильнуться. А кем? Леонардо, блин. Он убьет его. И вот таким вот составом мы идем сейчас к... Ё-моё, ты видел, насколько здоровья там? Если он сейчас сделает первый ход, а он, по-моему, сделает, у нас кто может упасть? Так, покажите мне, пожалуйста, здоровье моих бойцов. Мне не интересует этот олух, я все равно его накумарю. Так, погоди, за кого мне волноваться? Ой-ой-ой-ой, Рафаэль. Ребята, Рафаэль, у него очень мало здоровья. У Майки тоже, кстати, не очень много, но у него хоть уклонение стоит. Хотя у него тоже стоит... Так, есть, друзья мои. Фу, слава богу, мы с тобой хильнулись. Ну, а теперь, как говорится, понеслась. Давай начнем с апперкота. На тебе. Жалко, что постепенный урон не суммируется, да? Если бы он бы суммировался, было бы вообще идеально. Повесим с тобой еще доп. Защиту, хотя она у нас и была. Теперь вот так вот попробуем сделать. Хоп. Месть на себя повесим на два хода. И вот так вот, чпок, все, ребятушки, отдуплился супер Крэнг.
А было бы прикольно, кстати, да, если бы был бы здесь не просто Крэнк, а Супер Крэнк. Помнишь, когда проходишь основную сюжетную историю, там такой гигантский Крэнк. Вот такого бы себе персонажа получить бы было бы прикольно. Ну что же, а мы теперь с тобой открываем наши награды. Давай смотреть. Так, ну что, в первую очередь мы открываем с тобой пак. Леонардо Классика 2 ДНК, еще 2 ДНК, Донателло Оригинал и Микеланджело Оригинал. Плюс 380 сюрикенов. Так, собрать и сбросить. Так, ну что, у нас тут награды, награды. Персонажи пока не падают, ага. Острозубчик выпал. Так, Хан. Кирби Мышь, Рокзар, Змейковьюн. И Крис Брэдфорд. Микеланджело оригинальный, одно ДНК. Так, классика Микеланджело, да, и Леонардо оригинальный. Тоже по одной ДНК. А почему по одной-то? Чего вы так скупитесь-то? Вот. Тут уже нормально. Донателло, да, оригинальный, 6 ДНК мы получили с тобой. И Рафаэль классический, 3 ДНК. И Леонардо оригинальный, 3 ДНК, плюс Микеланджело классический. Ну, я считаю, ребята, неплохо. Неплохо получаем с тобой наградки. Таким макаром мы с тобой очень-очень скоро прокачаем оригиналов и классиков до фулочки. Ну, хотя, не так уж и быстро. Но все равно, ребята, идет какое-то продвижение у нас, да? Где у нас там оригиналы? Да, будут качаться потихонечку вот так вот. Потому что если проходить просто одни испытания на них, да, они выпадают там, по-моему, тебе раз в месяц, это будет слишком долго. А так, измерение вот это потихоньку бомбишь, бомбишь, и капает тебе потихонечку в копилочку вот эти вот ДНК на них. Так, плюс не забываем, мы с тобой жетончики накопим, будем. Кто у нас там, я уже забыл. Рафаэль Космос, да, мы с тобой качаем. Да, Рафаэля Космоса мы будем с тобой докачивать. А здесь у нас с тобой Рафаэль Видение. Ну да, Рафаэль Видение. Потом, наверное, будет Донателло ролевой идти. В общем, определимся. Ну, а на этом, дорогие друзья, я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!